сигары курите? Я уже 10 лет не курю. Это оттуда осталось. Палец хорошо резать. Чего резал палец? Нет, видел, как режут. Если ты Руслана грузанул. Я не грузанул. Он мне просто отдал. Фимпал, не Фимпал, Фимпал приехал вам, да? Фимпал пошел? Не это. Я знаю, что у вас сегодня Фимпал должен был там прийти. Но это не это. Ну, Фимпал, я понимаю, ты можешь чуть подождать, не посылать Фимпал? Я не послал, это серьезно не я. Я услышал вчера, что вам придут. Но это не я. Вот, по-мужски, вот слово джентльменс. Это не я. Пока я не начал, я таких людей не буду отправлять. Я не буду отправлять, а жестко будет, если я буду принимать. Поэтому это не я. Я вот тоже хочу 200-ку, у нас 200-ку, но я не старый уже, 15-го года 200, это 570. Я же хочу тоже 18-го года 570, вот новые 200-ки. Вам можно, значит, как участие мне тоже можно же? Вы же за счет компании купили машину же? Машина принадлежит компании. Ну, тогда мне тоже надо новую 570 купить. А тебе при чем? Почему? Я тоже участник же. Или только директору можно ездить? Нет, подожди. Ты участник, когда становишься? Сейчас? Ну, завтра стану, правда. Нет. Как деньги упадут, я завтра стану. Антип, если ваш юрист будет за ваш мозг вас замудривать, честное слово, это юрист, что сейчас тоже наказан за это. На кого? На шута похож? Или на идиот? Ну, человека, у которого два образования, который хочет стать моим партнером. Разве можете быть похож? Не стал, а стал уже партнером нашим. Не хочу стать, а ты станешь, когда он продаст тебе долю. Не продаст. Я забрал. Ну ладно, юрист говорит, если они вот так настаивают, давайте, говорит, через судебный. Судебный валют? Уже, да. Ну а что мне остается? Ладно, я поехал, понял, машину. Ну, давай. Тебя же позже дают? Вы меня, короче, послали на трибуну. Нет, почему? А что за судебный? Ну, у тебя есть, есть, так сказать, законное право, я ничего не могу. Тут хотите? Братья, потом не будет поздно? Не будете умолять? Давай, братишка, так сделай, так сделай. Не будет, вот, эркекте. Астыңыздан өттім құрылыс айтқанды. Анан только иләваңыз, тарымаңыз. Потом хуже и хуже будет. Я суд не буду действовать. Я что, дал бы я, что ли, через суд делать, что ли? Я по-другому буду делать. Мне надо завтра уже телефон. Мне сегодня, чтобы деньги поступили на мой счет. Сколько вы там посчитали, сколько пусть поступит. А там дальше разберемся. Я могу сейчас похоронить эту компанию, допустим. Зачем доводить до этого? Ну это вы доводите меня, вот вы принесли, вы бухгалтер какая-то, честно, очень грубая. Короче, конец Ахмед, да? Почему конец Ахмед? Конец Ахмеда можем сказать, если сейчас будет мы с вами диалог не сделаем, конец Ахмеда тогда может быть настать. Просто два человека, два участника пойдут, заявление напишут, финансовую полицию, ВКМБ Крымской Республики. Потом завтра можем 4G подключить. Хотя там госконсерв сейчас срачит. Да, я при чем госконсерв? Они же выдают. Алло. А ты не звонок? Вы прекрасно понимаете, я не глупый человек. Но если у нас диалог не получится, тогда вам это будет жестко будет. Понимаю, что ты хочешь отобрать компанию. Я отобрать не хочу. Об этом нет речи даже. Не может быть речи, мы не такие люди. Я прошу свою 33.33%, не более. За эту сумму, вот период 1 октября 2007 года по период 15 ноября 2018 года, сколько денег прибыль был? Прибыль, чистый прибыль. От налогов, которые, от зарплаты освобожденных. Чистый прибыль. Разделить не 33%. Разделите себе, разделите Кутанову. Кутанов согласен продать свой долю уже. Я обдумать этого сейчас заставлю, чтобы он на вас заявление написал. Вот мы тебе всем на заявление делаем. Прошу. На законном основании, сколько есть, перечисляете, до пятницы мы завтра переоформляем фирму. Устав поменяем, вы свой будете, вместо Абдумадитова будет Расманов, он будет, целите участие. Какие проблемы?